Добрый день всем! Сегодня мы их сходили в магазин, и я хочу сделать такой обзор своей корзины продуктов, которые мы купили на несколько дней. Начнем, пожалуй, с мяса. Это индюшатина, и килограмм стоит 3 евро 79 центов. Я взяла 2 упаковки. Затем мы взяли хот-договские сосиски 250 грамм 29 центов. Взяли 5 пачек. 2 пачки сметаны по 69 центов. Яйца 89 центов. Я взяла еще такие блинчики с мясом мороженое. €29. Вот такой резанный свиной компис, 100 грамм, 99 центов. 2 пачки масла по €0,5. Шпроты 1 упаковка по 59 центов. Протеиновые батончики по 39 центов. 8,8 белков. Голубика 3,79 500 грамм. Помидоры €49 килограмм. Сливовые. Виноград без косточек €99 килограмм. Яблоки по 79 центов килограмм. Свежая капуста 59 центов килограмм. Вот такой корм для котов по 29 центов. 1 коробочка. 2 булочки купила с гречневой муки по 25 центов. Булочки чабата 5 штук по 15 центов. Вот купила еще один такой кулич €29. И сейчас акция, а так на празднике я платила €79. Кубики для туалета по 79 центов. 4 кубика. Картошка 2 мешка по 29 центов килограмм. Сейчас акция у нас была. Кофе растворимый 3,49. Затем я взяла 2 такие пачки вкусняшек для кошек по 99 центов. По 50 грамм с курицей и с уткой. И муж еще взял такой вот чистящий для салона, для пластмасс. Чистящее такое средство с антистатиком. Сейчас я покажу чек и цена. Сколько мы заплатили за все, я сейчас покажу. За все мы заплатили 39 евро 50. Вот за все эти продукты вот такая цена.
Капусту я взяла, я буду тушить. У меня есть свиные ребрышки. Буду тушить с капустой и доложу вот этого мяска. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые видео. Жмите колокольчик. А на этом я хочу со всеми попрощаться и до скорой встречи в следующем видео. До свидания!